Чуваки, ролик получился просто нереально бомбовый, поэтому вот реально буду нереально благодарен, если бахнете просто по лайку, потому что, ну, он прям максимально потный, душевный получился и скилловый. Пацаны, спасибо. Всем привет, ребятушки, сегодня будет крайне интересный видос, поэтому сразу же говорю, чуваки, 100% досматривайте его до конца, сколько бы он ни днился, потому что сегодня будут невероятно потные, интересные катки, и сегодня я буду играть с читаком, да-да, я наконец-то его прокачал, чуваки, темп, стабы, скорость прицеливания, все золотые моды, мне безумно нравится это оружие, поэтому если вы мужчина, играть с полтовками, а не с СКС. Вот такое заявление делаю. Короче, чуваки, сегодня, опять же, начало, самое начало сезона. По факту, самые потные соперники на мастерах. Это не конец сезона, да, когда там уже по факту леймы бегают даже на мастерах. Это самое начало сезона, соответственно, все самые потные игроки сейчас на мастерах. В общем, чуваки, играю за Авика, снаряжение фулл сирока. Естественно, гардероб скина плюс 60%, естественно, да. Кинетикс моды следующие, вот такие, да. Флешка, смог, в целом, наверное, все. И да, ребят, не забывайте, что сейчас, наверное, самое лучшее время вернуться в Warface, потому что даже такие пушки, как Читак, там Хани Баджер, там Рактар, они нереальная мета, пацаны. Например, оружие вот HK-433 вообще бесплатно выдается, хотя тоже это около метового оружия, просто можно забрать по ссылочке в описании его. И, конечно же, наши админы прекрасно понимают, что огромнейшее количество старых игроков вернется, новые там придут и так далее. Поэтому админы выкатили просто нереальнейшую промку для тех, кто хочет начать играть в Warface, либо же вернулся в игру. Вращаем, так сказать, барабан, испытываем удачу. И вуаля, просто представьте, что нам выпадает. 4 донатных оружия на каждый класс, метовых донатных оружия на каждый класс сроком на 30 дней. А также на каждый класс скин персонажа, который даст вам буст к бегу. Но это не самое главное. Самое главное, чуваки, что вам дадут бонус X2 к первому пополнению счета. То есть закинули на аккаунт косарь, получили аж 4000 гридов вместо 2000 обещанных. Короче, админы делают все, чтобы люди вернулись в игру. Поэтому, если ты поигрывал в Warface, сейчас, наверное, самое лучшее время вернуться. Ссылка, ребята, в описании. Так, ну что ж, алмаз первый. Нажимаем заветную кнопочку играть. И начинаем наш невероятный путь до мастера в начале сезона, ребятушки. Самое сложное, что это по факту начало сезона. То есть было бы там, не знаю, неделя до конца, это, естественно, было бы намного проще, но сейчас, как вы понимаете, много читеров, много скилловиков. Поэтому я думаю, это будет очень интересно видео, чуваки. Поэтому реально, пацаны, прошу, бахните по лайкосу, кому не впадлу, буду очень благодарен, да и в ролику в целом, я думаю, это очень сильно поможет продвинуться. И, естественно, блицвилла. Вот я не играл день ровно, да? Конечно же, попадается блиц. Вот тут что поделать, пацаны, к сожалению. Меня очень любит Warface и дает мне только экстремальные карты, да. Зачем давать подрыв Антону Монтону, если можно дать ему блиц? Лег, 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 лег. Он лег просто, я вообще этого не ожидал. Так, меня резнули, надеюсь, я выживу. Нет, я не выживу, потому что чел запушит центр и отфармит меня, при том, что у меня 3 тиммейта смотрят центр. Вот как вы это объясните, чуваки? А я не знаю, так вот, да. Сейчас при фаре молик он выходит. Ну, а, мы разминировали бомбу. Хорошо. 0-2, начало просто прекрасное. Все, мы закон... арку просто смотри, чувак. Что? Что? Как я убил второго чувака? Это что за величайший рандом? Вы видели, как я убил второго медика? Что? Мне первый раз в жизни настолько везет. Я вообще не понял, что я сделал. Чего, блядь? Под окном. Под окном. Плохо, плохо, Ай, в голову я не попал. Это обидно. Ладно, обидно, обидно. Я плохо сыграл клатч. Оружие не стреляло. Да что это такое? Почему не стреляет мышка? За глобусом сел. Хорошо. Не, ну команда жесткая. Разменивают красавчики. Только сейчас звук был приятный. Я прям четко попал все пули по телу. Как будто, знаете, бывает, что прям вообще не... Не знаю, кинетикс прикольный. Вот на самом деле он у меня без модов, но он до сих пор актуален. Как по мне, навика. Вообще супер класс. Опять же, он актуален, навик, если вы играете именно с болтовкой, потому что если вы играете с СКС, вам вообще никакой пистолет не нужен. То есть если вы играете с СКС, вы ставите просто себе Тиксавр с модом на бег и все. Типа вот. Но если вы авик именно с болтовкой, то я крайне рекомендую ставить вот реально именно кинетикс. Потому что мне очень сильно нравится. Я играл с Таурус. Но Таурусом, честно говоря, мне вообще не нравилось. А, Найс. Мир, мир, инженер, мир, 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 инженер, мир, мир. Спустился. Внизу слева ресы. Найс. Просто умнички хорош. Изи. Первая катка. Ну, не изи. Опять же, я сыграл 8-6, но я играл, по-моему, 1-5 или 1-4. Поэтому нормально. Клатч 1-3 взял шоки. Поэтому жестко, жестко. Нормально. Сейчас будет калибровочка на мастера. Надеюсь, я ее быстренько пройду, потому что не хочется затягивать ролик на полчаса, как это было раньше. Так, ну что ж, калибровочка на мастера. Ну что ж, поехали. Реально, надеюсь, просто я сделаю 3 победы быстренько. Да, и главное, чтобы мне попадался. Я реально не хочу играть блиц, не хочу играть антенну. Я просто уже устал эти карты играть. Я не знаю, почему в последнее время они мне так часто попадаются. Вот просто я. Ума не приложу, честно говоря. Блять. Сука, это какой-то прикол, реально.
Это ж насколько, ну, это маразм, как будто, нет? Ну, типа, блядь, я называю две карты, которые я не хочу играть, и, сука, эти две карты, именно эти две карты не попадаются. Бля, это какой-то прикол, как будто, нет? Ну, типа, это смешно же. Ну, не может так не вести, ну, правда. Здорово, братья, здорово, братья. Братья, дайте медика возьмем и выиграем игру. Давай, брат. Если выиграем, братья, на видос попадем. Нормальная мотивация запотеть. Найс, умница. Флешку дали. У меня опор. Зига, двое спина. Оба. Тут. А там же анлак. Просто да, пришел да. Авик и меня распекал. То есть он, ну, не было четкой инфу Авика, меня просто вышел, убил, я префал нормально. Они будут каданы. Миду бил там миду. Отойди, пожалуйста, допустим. Звук. Миду еще есть. Миду Авик, пацаны. Каданы. Нас, пацаны. Миду Авик, пацаны. Еще упор у меня. Ну нет, ну эх, меня заблочили свои братья, но мы выиграли этот раунд, это меня радует очень сильно. Найс, хорошо. Фух, найс, 1-1. Найс. Едем дальше, хорошо. Убил, пацаны, идем плент. Ну пацаны, ну выйти, ну я ожидал фраг. Ну. Найс, 90, авик 90, и медик еще. А, я за пунктом пробовал. Ой, плохо разменялись. Дал интрю, надо было сразу поймать агрессивочку. Бля, пацаны, дал интрю, надо сразу было зайти направо, бля. Убил у меня. Пацаны, поджать. Забейте. Бля, забейте. Ну моли кидали. Дебо хайк подали, я очень офигею. Пацаны, я вам девятку заберу, заходите. Есть вон тут. Размяться. Алло, бля. Девятку убил, все нормально. Резца, немедленно. Ставлю. Мейн смотрю, мейн взял. Девятку смотрите, я мейн взял. Девятка. Не попал! Упор! Ну какой он лап! Почему я не попал в очко? Просто жесть. Бил упор. Фух, слава богу, господи, 3-5. Какая потная игра, жалко будет проиграть. Очень жалко будет проиграть. Упор лево! Найс! Все, халдим труп. Мейн есть, пацаны. Даю хай. Красная. Ну что за моли? Это просто такой тиль. Ты что там антенна, сука, горит пердак. Да, уж первое поражение. Ну, бля, вот блиц и антенна. Вот что может быть хуже? Хуже только дворец, вот реально. Хуже это. Ладно, нет, дворец это еще лучше, потому что лучше, чем антенна. Ну, блять. Блиц, антенна. Ну я как будто бы. Ебать, я как будто реально, я записываю видосы и просто одни и те же карты. Блиц, антенна. Ну это просто смешно. Мне кажется, если реально посмотреть статистику просто видосов, какие карты мне попадаются на видеоролики. Это просто антенны и блицы. Постоянно резиденция, вилла, антенна. Вот что мне. Еще записываю за авика. Ладно бы медиком, но я записываю за снайп. Просто жесть. Попалась окраина. У меня вырубился монитор, поэтому я АФК стою. У нас два медика первые умирают. По дефолту, в целом. Я даже не удивлен. За меня Оленька, Фруктоша. Да. Зашли двойные, по-моему, двойные будут. Короче, моя задача просто не руинить нас. Еще минус 3, найс, Олька. Ой, где лаз, где лаз? Двойные. Найс. Что ж такое? Ой, я сейчас думал, кстати говоря, меня убьет. Меня прям так подфризило неприятно. Красавчики, умнички. Был меда, пацаны, с медов они? Еще под первым, да. Офигеть, Олька просто супер тиммейт, прикиньте, просто вы как-нибудь видели, чтобы Олька, ну прикиньте, просто она дает мне, во-первых, всю инфу дает, чуваки, убили 7. Просто Олька стоит в квадрате, дает всю информацию, это лучший тиммейт, пацаны. Яма, упор у меня, пацаны. Лас, яма, мой труп, четко в моем трупе. Реально, Олька красава. Вот просто Олька, она не делает ничего, она делает просто правильные вещи. Она просто дает информацию, живет, сейчас она запушила, да, как, не буду говорить то. Но она сидит, дает четкую информацию, кто есть где, и это лучший тиммейт, понимаете, это просто лучший тиммейт. Прошел один, прошли, еще штурмовик привет. Еще убил же, да? Он просто мог пустить АФК, нормально. Найс, хорошо, фух, слава богу, нормально, пойдет, пока хорошо, 4-0, ну, такое невозможно проиграть, да, пацаны, с такой хорошей командой, как будто прям все хорошо. Убил авика же, да? Нет, куда я попал? Еще АФК, респа! Мы сейчас попробуем тут в пиксели просто поймать чувака, раз, два. Убил авика. Еще убил медика, пацаны, без меда. Убил. Найс. Фух, вот Олька просто, знаете, 2-7 играет, у меня, блядь, ну, я настолько просто счастлив, что, прикинь, вот она играет 2-7,
Ну, сука, это самый полезный тиммейт, который попался за последние 10 тысяч лет, потому что она дает инфу, колет чувакам. Ты спрашиваешь, она отвечает без проблем просто. Что? Вы видели этот фликшот, пацаны? Был, убил. Чуваки, за этот флик по семерке лайк 100%. Потому что, ну, такое попасть кто сможет? Ну, я только, да? Не, ну это жестко. Не, мне просто вот Олька сыграла 3-8. Оля, ты тут? Просто знает, ты лучший тиммейт. Тут просто без шуток, вообще, просто молодец. Она, походу, не верит, что я ее реально хвалю, потому что сыграла плохо, но Оля молодец. Кстати, пацаны, 75% меткости. Пацаны, с СКС, вы где, мужики? Алло! Ладно, пойдет, первая победа есть. Все, я-то очень рад. Я рад, что я флик попал, этот флик был очень красивый. Ладно, поехали, пацаны, дальше. Ну, кстати, жесткие собы, все вон гранд-мастера, там мастера. Очень-очень даже потненько, да. Не антенна и не близ, пожалуйста, не те же самые сопы, пожалуйста. Блять. Ой, бля. Ну, вот что, пацаны, вот что сказать? Вот, ну просто, вот реально, я просто прошу, вот на РМ сколько? Карт, наверное, 15, да, суммарно. Я прошу просто не попадаться блицам, две карты и антенне. Три карты, суммарно. Я просто умоляю, чтобы эти карты не попадались. Сука, посмотрите, что происходит. Не рандом вообще, ну ни капли. Не, это дым, это двое центров, трое центров, все центры. Справа у вас фул. Все, первый фраг есть. Смотри, он в смог, все попал в дым. Нормально. Классно, спасибо, спасибо, да. О, попался бог назначения, господи, наконец-то, подрыв, спасибо, хорошая карта подрыва, я так счастлив, вы просто даже не представляете, чуваки, мы еще из атаку, ой, как хорошо сейчас будет. Поляна, меня смотрят, на хп, хп надо, пацаны. Нычка, лас, нычка, либо наш верх, а как он то залез? Его подсадили. В смысле, с нашей респы подсадили типа? Скажем, приятно играть нормальную карту, где ты можешь в школе, где у вас есть способы передвижения. Это прям. Право есть холодоса. Право холодоса есть. У меня чел смотрит. Право холодоса меня смотрит. Бля, медик, ты что делаешь, чувак? Бля, ну бля, нахуя просто. Респа прыгает, тип. Ну, вот куда я попал? Вот, блядь. Ну куда я попал? Куда я попал? Просто какой тильт. Это ужас. 2К есть, 2К, 2К. Был еще, пацаны, я смолик дал. Убил Алика, центр вверх. Анлука жестко. Убил. Ай, нужна броня, чувак. Трое. Внешка, пацаны, я живу. ХП дай, братан. Ресать будет труп. Поляна, ну... Ну что мне сделать просто, если я просто жопу рву? Ну просто они умирают, ну я просто, я не знаю, я даю 2 интери, выживаю. Да, пацаны, хз. Ах, я, кстати, попал бы по авику, может бы разыграл бы, но не попадает. Ну не знаю, просто я иду реально интерю, типа выживаю, просто все, монстр. Найс, а поляна, медик. Найс. Ой, смотри. Убил авика, пацаны. Резнули. Спина инженер, у меня спина! Убей, братан! Соло медик. Есть нычка, пацаны, я нычку буду распикивать, слышишься? Плент есть. Ну алло! Ну, вот, бля, я вот... Вот что сказать, чуваки? Вот я даю кол, я распихиваю нычку. Просто надо, чтобы хотя бы кто-то вышел со мной. Видели? Я выхожу, никто не был медик со мной. Пацан, да, вверху есть. Нормально, сидим, медик. Крысим. Пацан, да, хелпа, подсадитесь к нам, пожалуйста. Вообще, похую. Медик, прямая пора. Не, пацаны, вы меня не слушаете или что? Вы по-русски понимаете, нет? Ну я колю, что сделать? Я колю, им вообще насрать, просто, капитально. За потом. Убил медик инженера. Смотри, смок у меня. Ой, меня игра свернулась! Не дай бог меня бьют. У меня за потом, пацаны. Нычка еще убил. Найс! Nice!
Вот это приемочка! Вот так надо принимать два за... Бля, какой кайф, пацаны, это просто жесть. Кините кто-нибудь в центр, просто кто-нибудь на центр отойдите, просто что-нибудь киньте флешку в центр, плиз. Плат убил, пацаны, надо играть, я нычку взял. Спина, спину убил еще. ХЗ, пацаны, где? Остальные есть инфа? Найс, хорошо, лучший, найс. Господи, какая подыгра, просто ужас, сука, ребят, ну за такую игру лайк, бля, за такую лайк. Вот, нормальная карта подрыва, 23 на 7. У них все, а не, у них один чел только плюс у них сыграл, я просто всех отымел. На, хорошо. Ну что ж, вот она, одна из одной, пацаны, одна из одной. А что сказать, будет хорошая карта, выиграю. Если не будет хорошей карты, проиграю, все просто, пацаны. Я вижу, что это подрыв, и это переулки, пацаны, переулки подрыв. А, я не особо люблю переулочки, но это карта, хотя бы на которой я могу играть. То есть это не Блиц-резиденция, не антенна, это просто хорошая, нормальная карта. И я очень хочу выиграть, потому что, блин, прошлая катка меня настолько воодушевила выиграть, просто, пацаны, вы не представляете, реально. Так, год 2. Я написал год 2, надеюсь, они поймут, что О2 значит год 2. Надеюсь, я смог дали в рынок. Здорово. Мои тиммейты дали смог в рынок. Здорово, пацаны, здорово. Что, открывать надо? Пока нет, я подсажусь и будем даблпикать синьку, давай. Сейчас, ага. На счет 3. Мои тиммейты общаются. Раз, погнали, два, погнали. Пятерка есть, 5 будет, 5 будет. Бил 5, пацаны. Пацаны, зайти бомбу поставить. Пятерку мерик зашел. Палеты, убил палеты пятерку. У вас под вами. Найс, ласка за, мэби синька, пацаны. Пятерка, пятерка. Найс! Найс! Туда этот раунд. Бомба потеряна. 19 зига. Чего, блять? А, да, я смог рынок, пойдем по пару часов на мерик. Балкон упор, убей! Бей! Пацаны, за балкон пацаны, срезай, слышите? Балкон подсаживается, надо резать, слышите? Балкон прошел. Блять, арка, подвай. Нет. Второй, новая. Восьмерка. Блять, медик. А, мой труп, пацаны, резает сетку, убил, сетку резает. Насть, без медов? Уйти в два, бегом, через зигу. Насть, ставь бомбу, быстрее. Насть, он поспал. Насть, резнулись, хорошо. Бля, вот это раунд, офигеть просто. Умничка, просто умничка. Бил медика, рынок убил. Пацаны, балкон давить единицы ада, слышите? Бил рынок еще. Ебать, не ваншот. Инш, я флешку даю, пуш его. Настя, еще медик. 90. На 70. 90. Рынок, арка. Ресу. Респа. Стой, они респа. Да, просто встань за перелазом встань. Я все сделаю. Просто, чтобы они меня убили меня с парапетов. И я смотрю весь рынок. Стебом путя. Арка. Убил меда, без меда. Ласт резнутый, да? Он меня убил прифайром, чувак. Он резнутый. Найс! Хорошо, найс! Но он меня убил просто нереально. Я вроде хорошо пикнул. Да, я поторопился, но это был непонятный момент. Ну ладно. Лево есть, лево у меня, левый угол у меня. Пацаны, левый угол, дал молик лево. Убил упор. Меня убили с балкона. Балкон, рез надо. Ну, меня инженер прострелил, ну что ж такое. Один балкон, авик, плент. Убил. Убил еще. Рынок уже, пацаны, под вами, под балконом, убить. Настя, реса еще. Я не понял, они просто продают все, что хотят. Настя, все, два типа осталось. Найс, хорошо, лучшие пацаны. Хелпа нужна, главку смотрю. Как не попал? Как? Рынок еще? Еще рынок, пацаны? В левой части? А как я сейчас не попал? Как я не попал? Бля! Фух, 5-2, пацаны. Last round, я мастер, господи. Пожалуйста, все боги тумбуюму, помогите мне. Го фаст 2 по кулаку, у них хейт медик, пацаны. Наша задача просто разменяться. Пятерка есть. Я смотрю главку. Зачем я говорю, смотрю главку, отпускаю. Пятерка, пацаны. Ну, я дурак, я говорю, я смотрю. Я думал, он не репикнет, честно. Я не поверил, что... Настя, живи. Я, честно, не поверил, что он репикнет, типа, но он слишком глупый, по факту. И он репикает авика, типа, если бы... Ну, я даже... То есть, я как бы думал, он не может же, что он репикнет. По итогу, что он реально репикнул, это, конечно, репикнет. Ладно, го, короче, то же самое. Пацаны, слушайте кол. Все, зелень, перелезайте, пацаны. Бил синьку. Бил еще синьку. Зига, пацаны, зига, и зига синька. Реснули синьку реснули. Где штурм? Граната пошла. Как можно залить, когда L2 N3?
как, блять, как, просто как, пацаны. Все, два, пацаны, два, сразу два. Убил рынок, штинжа. Еще был арк. Может, рынок подожди. Пацаны, да, два трупа есть. Пацаны, балкон занять надо. Джанк, не умри, пожалуйста, не умри. Я понял, все, Джанк, я. Убил балкон. Штурм балкон. Убил еще балкон. Найс, ура! Спасибо за игру, чуваки. Господи, пацаны, за этот видос ЖБ лайк просто. Какие потные игры, какие потнейшие игры. Какой читак кайфовый, просто у меня мандраж. Я как будто бы турнир сыграл, пацаны. За такие катки лайк просто. Вот та резиденция меня очень сильно довела. Клянусь, очень сильно довела эта резиденция. Но остальные игры явно того стоили, чуваки. Явно того стоили. Карты подрыва, это конечно кайф. Это просто, это секс. Это секс, пацаны, очень жесткий секс. Ладно, чуваки, огромное спасибо всем за просмотр. Ну а всем хорошего дня.